800 человек и 10 единиц техники. Так в Самаре прошел первый в этом году субботник. Уборка началась с аллеи, расположенной на пересечении улиц Агибалова и Ульяновской. Первоочередной задачей стали работы по уборке мусора и очистке тротуаров и прилегающих территорий от снега. В самое ближайшее время город начнут убирать и от старой осенней листвы. Самару ждет ремонт детских и спортивных площадок, покраску урн и ограждений. К благоустройству присоединятся управляющие компании и коммерческие организации областного центра. Управляющие компании ТСЖ, им рекомендовано привести в порядок фасады, где-то цоколь подремонтировать, подкрасить, где-то у кого требуется водостоки. Ну и, конечно, объекты потребрынка и организации должны помыть окна, да, идеально очистить свои входные группы. Уборка затронула и дворы Ленинского района. У дома 79 по улице братьев Коростелевых задействовали более 15 дворников. Помогают в благоустройстве и сами жители домов. Здесь достаточно помощи жителей, когда убирают машины. Это самая огромная помощь от жителей. Когда территорию просто уже помимо дворников можно вычистить спецтехникой. Это самая активная помощь на данный момент. Месячник по благоустройству будет идти до конца апреля. В уборке города задействуют более 17 тысяч человек. Мария Ильчан, Ирина Балясникова, Николай Сидоров. События.